Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Я за вам праздником передаю вам огонь Иерусалимский. Седьмой год подряд. Добра мира, Захарьевке, Одещине, Украине, чтоб всегда такой огонь мог светить на завтрашний день. В огонь — это наша жизнь. В огонь, да. Да, не будет огня, не будет наша жизнь. Мы благодарны вам за этот прекрасный день, что вы нам подарили уже 7 лет, вы нам даруете этот огонь, эту жизнь. Благодарим вас за те все труды, которые вы приносите во славу Божию. На здравие, благополучие. Вам огромное спасибо. Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Ну, что я вам хочу сказать, отец Иван. Вы сегодня предпоследний, предкрайний. Почему? Потому что уже огонь разъехался по Беляевскому району, по Лиманскому району. Мы с Никитой Дмитриевичем были сейчас вот в Раздельной, Великомихайловке. Приехали к вам, и с вашего, как тоже с благословения, будем ехать за Тихо. По благословению владыки Алексея, седьмой год подряд приезжает на славный 139-й округ. И мне очень бы хотелось, чтобы эта добрая традиция на долгие годы была нами, с вами, вместе с дорогими моими прихожанами, моими земляками Захарьевцами, Фрузы, всегда, каждый год мы могли вот так вот дарить это чудо. Потому что без вас этого чуда бы не было. Все равно сила только в огне, когда рядом находится добрый, положительный человек. А человек — это все мы люди, которые мы любим друг друга, уважаем друг друга и, самое главное, ценим и поддерживаем друг друга. Поэтому я хочу пожелать прекрасному храму Захарьевскому, прекрасному храму, который мы вместе с вами построили нашими и вашими трудами. Хочу всегда пожелать, чтобы этот огонь освещал и приносил добро каждому из нас. И даже если сегодня кто-то вдруг по какой-то причине не смог прийти, то искра огня, искра любви от сердца к сердцу мы могли передать ту любовь, с которой мы вам доставили этот прекрасный огонь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Всем большое, самое главное, пожелание здоровья, любви и, конечно же, мира. Уважаемый Игорь Иванович, я хотел бы, чтобы вы, истинно православный человек, сказали несколько слов вот в этот прекрасный праздник. Я приеду до всех привітань святого, найбільше, яке є на світі. Дякую вам за цей вогонь. З вашого благословення, дозволу, я повезу до храму, який я з дитинства хожу. Це Володимирський, ви знаєте. Дай Бог, від вашого імені там теж жде громада. А, ти що мені розказували? Да. Да. А і від себе, від громади. Дякуємо вам. Не будемо вам мішати службу. Всього самого-самого доброго.